В предпраздничные дни в резиденции Берестейского Деда Мороза всегда многолюдно. Повидать главного новогоднего сказочника спешат ребята из города и региона. В этот раз в гостях Высоковская санаторная школа-интернат. Вместе с Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой ребята пели новогодние песни и с удовольствием участвовали в насыщенной конкурсной программе. К нам в гости приехала Высоковская санаторная школа-интернат, и для них мы устроили специально такое новогоднее представление. И вот эту елочку мы сегодня им дарим, а в дальнейшем к Рождеству группа «Спасибо» им подарит огромную 3-метровую ель к празднику. Ребята из Высоковской санаторной школы-интерната приехали в областной центр на представление в рамках республиканской акции «Наши дети». Яркое зимнее шоу и хорошее настроение. Что еще нужно для того, чтобы почувствовать атмосферу настоящего праздника? Дети очень счастливы и довольны. Они окунулись в мир сказки. И сейчас они еще не хотят все уезжать, еще хотят попросить Деда Мороза еще поводить с ними хороводы, то есть остаться на какое-то мгновение в сказке. Кроме программы «На свежем воздухе», ребят ожидала экскурсия в дом Берестейского Деда Мороза. Здесь ребята смогли своими глазами увидеть, на чем строится быт главного новогоднего персонажа. А всех, кто приготовили стихотворение или песенку, Дед Мороз наградил памятными сувенирами.